упал! Он просто прокинул и упал, и что, нет-то? Thank you.
Тяжелейшая игра, непонятные последние секунды как третьего периода, так и овертайма. Что можете, в принципе, как оцените именно вот именно эти переломные моменты в первую очередь? Нет, я бы к ответу подошел немножко не в микромоментах, да, игровых, а с глобальной точки зрения. Любая команда Суперлиги на сегодняшний день сильнее нас. Любая, в любом ее составе. Это психология. Мы не готовы пока. Нам 1 июля исполнилось 3 месяца. Мы еще не готовы. Где-то вроде ведем, не можем дожать, где-то проигрываем, что-то пытаемся отскребаться. Ну, такая вот ситуация у нас пока. Пацаны молодые, немножко не готовы. Серега, рад тебя видеть. Вот. Ну, выиграли, одно очко заработали. Для нас это уже какой-то успех. За счет чего будете вот этот разрыв сокращать, догонять, преодолевать его? Опять же. И разрыв, и догонять, и все прочее будет через год, после зимы, когда команду смогу представить могущественной публике пляжного футбола. Пока они не готовы. За счет чего? Ну, я не знаю. Ну, кубку, может быть, легионеры какие-то подъедут, может быть. Ребята, может, поменяются. Мы до сих пор еще и напроспатриваем ребят. У нас до сих пор не закончилась селекционная работа, поэтому... Ну, нам, я говорю, нам 3 месяца. Ну, что с них можно требовать? И не все еще даже доработали до конца. Мы неправильно иногда обороняемся. Вроде понимают, исполнить не могут. Со стандартами проблема. Че, вышел Егор Еремеев, у них пятки трясутся. Ну, нам кто? Нам Белоус голы забивает. Ну, что вы хотите? Все-таки набрали сегодня очко или потеряли 2? Думаю, что потеряли. Ну, извините, что немножко так бестактно по отношению к сопернику, но я думаю, что потеряли. Там за 20 секунд пустили, тут на свистке пустили, обидно. Я думаю, что потеряли, да. Егор, интереснейшая игра, неожиданная развязка на последней секунде. За счет чего все-таки выдержали и смогли сравнять счет прямо вот с финальной сиреной? Ну да, зрителям, я думаю, понравилось, так более-менее захватывающе. Просто качество было такое средненькое. Но у нас, кто не восстановился, я после Казани еще до конца, молодежь, 2 футболиста Авдеев и Виноградов участвовали тоже. Ну плюс ребята, которые вот вообще на песок, там вторую неделю выходят, я одного парня позвал. Чубриков не тренируется, но видно, что проседают ребята. Все равно, кто все может, силы отдают, так что это такой у нас чемпионат, он подготовительный, молодежь, чтобы немножко уверенность почувствовал. И ребята поиграли, кому интересно. Но все-таки опыт смог вытащить матч, можно так сказать? Ну, пару стандартов, да, возможно, там аут я бросил, еще угловой Дима забил. Стандарты не забили, много хороших. У меня был середина поля, у Димы пенальти. Но все же опять не восстановление, вот 4 дня мало, конечно, поезд сложный был у нас. Тяжело еще пока. Но все же актив можно, точнее, игру можно занести себе в актив или в пассив? Я думаю, скорее в актив, в плане эмоций каких-то позитивных. Ребята поверили немножко в себя, молодежь наша, вратарь. Вот, в принципе, плюс, да.